Тешинской онкологии завершается ремонт отделения патлаборатории. Здесь мы видим процентов 90-95 уже завершено работ, все помещения отремонтированы, плитка уложена, даже установлено оборудование электрическое, бойлеры, мы видим раковины. Рабочие устанавливают двери между помещениями металлические. И здесь уже практически работы завершены. Главный врач сказал о том, что они получили новое оборудование, пока оно стоит закрытое в специальном отделении, потому что нельзя допускать попадания пыли на это высокотехнологичное оборудование современное. Но как только ремонт будет завершен, его приведут в рабочее состояние и можно будет делать исследования. Главный врач сказал о том, что поступило в Керчь аппараты КТ, также МРТ, для различных исследований маммограф. И он сказал о том, что все это будет выполняться за счет ОМС. То есть для керчан исследования все будут полностью бесплатными.